Начинать европейский сезон с испанцами для русских медведей уже традиция. Правда, прошлая игра в Мадриде для сборной России по регби прошла более чем неудачно. Наши спортсмены потерпели сокрушительное поражение со счетом 20-43. Мы поработали над технико-тактическими действиями, стратегическими действиями. Готовились именно специально к сопернику нашему в эту субботу, к сборной Испании. Также осматривали их игру. В общем, конечно, у нас есть дополнительная мотивация после обидного проигрыша на выезде в прошлом году. Поэтому мы уже давно ждем этой встречи, ждем этой игры, ждем этого шанса отыграться. У России, признаются, тренер сборной Испании много сильных сторон, да и команда на поле выйдет обновленная. Костяк сборной России составляют игроки Енисея СТМ. Как оказалось, в основном испанцы опасаются российских защитников. Понимаем, что игра будет непростой. Сборная Испании впереди россиян всего на одно очко. Завтра будет настоящая борьба за второе место. Наши соперники стали сильнее. Команда уже не та, которую мы обыграли на 23 очка. Мы же, напротив, стали слабее, поэтому игра для нас предстоит сложная. Русским медведям, чтобы вернуть звание лидеров, необходима только победа. В Сочи сборная России проведет еще две игры. Буквально через неделю встреча с регбистами Германии, а в марте прибудут соперники из Грузии. Ну а игра в рамках чемпионата Европы по регби Россия-Испания состоится на стадионе «Югспорт» завтра в субботу. Начало игры в 15 часов. Вход для болельщиков свободный. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.